step up to this beat and go. Это обзор на 4-тактный мопед Viper Wind. Я знаю, многие сейчас скажут, что говно Китай. Это не так. Я сам убедился, я тоже так и раньше думал. Но это не так. Не мопед, а мотоцикл. До этого я ездил только на одном 4-тактнике. Это Дельта. Тут я огорчился, потому что ездил на Дельте. А это действительно, хоть он... На нем сидишь как на скутере, но чувствуешь себя как на мопеде. После двухтактного моего Летта это мотоцикл. Едет он... Сколько он едет? 75, да? Да. По спидометру Дио. Ну, 75 километров. На Дио стрелка ложится сразу. Ну, что еще? Мопед полностью соковый, короче. Вас соковый, как-то раз стал. Короче, если по-серьезу, из тюнинга, стильная башка стоковая, стоковый распредвалка, поршневая 72 куба и 147 мм сиешка. Потом коленвал стоковый 2008 года, и все, вариатор тоже родной, не пиленный, ничего. Ответка какая-то тюнингованная, какая именно, не знаю, угол измененный на ней. И на вариаторе, кстати, тоже он более плоский, измененный угол. Примоток стоит, карт настроен так, чтобы нормально валило. То есть брал жиклер, брал дрели. Расхода топлива у него нет, короче. На самом деле литра 2,5 там, до 3 максимум. Ну это если как ты это, ездишь. Это как я ездить, это наваливаю на заднем там нормально, короче. А так впуск полностью стоковый, единственное. Пушной патрубок, который от карба до башки, он немного расточили его. И башку саму расточили, и все. Резина перед Вольф там 3.0 на 10 нормальная, а сзади Китай такой, что просто. При 70 клинам он летит дальше, не останавливается. Понятно. Перед немного облегчали на нем. Там замок зажигания, все, что смогли снять, короче, замок зажигания, лишнюю проводку, всю полностью новая проводка на нем. Естественно, открытый руль от 150-ки стоит от большого китайца, там немного пересверлили, прикрутили все. Фара противотуманка, повороты все работают дымой, стопак-то немного пострадал, но тоже работает, в принципе. Что еще? Тормоза, тормоза. Перед дисковые, однопоршневой ступор. Зад барабан 110 мм. Аккумулятор вот это вот. Это полик, а тут должен быть аккумулятор, сейчас его нету. Он в багажнике. Да я уже снял. Ну, покажи его. Вот он. Аккумулятор тут. Что, короче, есть на... Вес, блядь, короче, назад, а теперь... Там не особо так много и весит. Так. Остальное, чтоб зажигание все стоковое. Вилка какая, подвеска. Вилка, газомаска стоковая. Так, убитая, кстати. Задняя. Какая? Сзади амортизатор от Дио стоит. От Дио? От какой? От 27-й. Стоковый амортизатор. Некий-то. Да. Только он не знает, перекрасил. Понятно. Ну, мощность 5 лошадиных сил. Ну, это так, приблизительно 5. Ну, а тут сейчас уже больше. Короче, стоковый LED идет с ней наравне до где-то 60 км в час, а потом... уезжает этот
Сега тут самое главное, вот, Skylove Sandragon, там такое все, там Yasuni. Да не, я сделаю пи-пи-пи. Душа, я в него вложил, матюхался. Пи-пи-пи. Ручка, кстати. Она такая мягенькая. Ручки от красавика какого-то, точно не знаю какого. Ну, в общем, покупал я себе Джога, достались вместе с Джога. В общем, тоже пацан душа готов. В общем, удобно на нем вообще мягенькая, станьтиш, возвращается вот, так вот. А, ну, бери, смотри. О, то есть. Ручка мягкая. Да. Ну. Но передний, все, гидравлика, вот задний, мы. Тут все как надо. Документов, естественно, надо. Кому они нужны? По сравнению, я постановился столько в IDO, реально он тяжелый, сука. Реально тяжелый. А мне как-то наоборот, он вообще легкий. А наоборот, после выхода легкий. Да и а после DIO, DIO даже для меня тяжелый. Это, вот, это пластик, минус. Плюс, блядь, то, что двухместный, с телочкой можно покататься. Кстати, вот к примеру. Удобно. Вот нормально сидишь с телочкой вот сейчас. Вот я телочка нормально. Да, вообще, можно даже и на заднем пацан. Как вообще прокатит меня на заднем, я ему дам. Здесь туда ноги поставить. Ну вообще все дают там. Да, и там можно, в принципе, все нормально будет уже не один раз. В общем, если он проедет на нем на заднем, то вот так вот и будет. Минусы пластик, да? Минусы пластик, больше минусов реально нет. Потому что ходовка мотора. Сидушка руль, все тормоза. Оптика. Вот это вот по колхозам. Это я без багажника на покрасил мопед через неделю. Ебашу на заднем яму. И делает мопед тройное блять сальто, я летит в кусты. Поднимаю через буквально пару недель, блять. По 5, нахуй, уже жопа немного подбитая была, 5, нахуй. Фотку вставим, что после первого раза было, а вот это вот после второго уже. Короче, раз все вместе с топаком, хорошо, что у меня пластика переднего не было, и таких вот лыжней, короче, не было, только боковушки стояли, они побились. А стояла у меня, короче, тормозная ручка от велика, какая-то Шимана, по-моему. Ну, короче, такая какая-то нормальная. Короче, она по длине была бы, как пол этой, как раз под два пальца вообще заебись было. Но когда я их херячил на заднем, у меня вот тут вот крепление под трос, его вырвало, и ручка у меня ушла, сжалась в эту, и я понял, что ты проснешь придет. Но это все на заднем было. В общем, когда вот я поднял, поржал его, пластик весь поднял, на кусок пальца, и все, поехал расстроенным домой. В общем, как... Что делать? Лампочку жалко за 10 рублей, блядь. Вот так вот ноги. Кстати, я. Короче, показал его. Ага. Смотри, замок зажигания, иди сюда, самое главное. Система тут. Вот. Это вот мы из Украины, поэтому. Вот, видите, вот это вот наш ключ. Вон вот туда вот берете. Вот так вот. Ставили, все. Торчит. Зажигание включилось. И заводить. Потом вот тут. Вот там вот кнопка на массу под сидушкой тумбы. В общем, если вы из Чугуева, увидите то, что тут торчит вот эта вот байда, берете ножку вот так, да, и нажимаете. Тоже нету. Стартера нету, но лишняя масса нахрен. И все. И вот так вот заводите и едете от него. Да, а он потом вас не найдет, у него документов нет. Что, у тебя тут бардачки нету, честно? Ну да. Найдем. Короче, можете, если хотите, то можете взять угонять. Легко. Собственно, давайте сделать так, как я сейчас это сделал. Oh,
I'ma lay it down for the night though. I'll be here for one night.